Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы начинаем прохождение игры Черепашки-ниндзя Сила порталов. Так, и первый портал у нас с тобой Нью-Йорк. Давай возьму, наверное, Леонардо. Так, стремительная мультиатака. Бросается на 4 разные цели и поражает их. Играть. Так, чтобы получить 3 кристалла Кренгов, нужно окончить уровень с большим запасом здоровья. Понял. Вон они, ребята! Не дайте им уйти. Так, для движения. Ага. А как атаковать-то? Так, подожди, пробел это у нас. Понял. А атака-то как? Если я возьму, например. Ого-го. Так, ну давай. Будем играть с тобой на геймпаде. Так, отдубасил. Рад, что ты вернулся. Вы оставили парочку воинов для меня? Нет, но не переживай, весь город ими кишит. Откуда они берутся? Так, используй ЛБ-РБ, чтобы переключиться между черепашками. Да, точно, ребята, переключаться можно. Да хорош. Так, удерживай, чтобы атаковать всеми. Что-то не получается, ребят. Вот как. В этом случае, да, можно. Так, дай-ка я попробую, наверное, на Рафаэле поиграть. Так, Майки что-то выпендривается. Так, смотрим. Где враги? Вот они. Явились и не запылились. Кто-то еще должен прийти, да? Так, точно. Фу, супер шустрый Рафаэль. На. Иди сюда. Все четко. Эй, гляньте. Ш, ты же ниндзя. Я хочу послушать. Может, мы узнаем, что происходит? Да, мой план работает идеально. Благодаря порталам мы сможем нанести удар по вашему городу сразу. Не радуйся раньше времени, букашка. Да, это только начало. У Шреддера большие планы, и пора начинать вторую фазу. Простите, что порчу веселье, но вечеринке конец. Ха, поздно, черепахи. Моя гениальная технология открыла нам миры, полные новых союзников. Нас не остановить. О нет, Бакстер открывает порталы в другие измерения с помощью технологии Кренгов. Точно, улухи. Народ, нам пора. Пора убираться, товарищ. Мы должны их остановить. То есть мы сиганули с ними в эти же порталы. Так, ну что же. Начали с Нью-Йорка. А прилетим. Куда это мы прилетели? До свидания, черепуты. Чао, бездари. До встречи, черепахи. Ой. Он уронил портал. Донни, сможешь разобраться с этой штукой? Я так и думал. Стоит активировать эту штуку, и мы сможем открывать порталы, когда нам вздумается. Приступим. Чем больше измерений, тем больше злодеев. Шеи нам нужно намылить. Угу. Так, Нью-Йорк мы с тобой прошли.
Так, ну что, давай приступим. Играть. Находи костюмы, разрушая объекты на экране. Какие объекты? Вопрос у меня сразу же возникает. Ух ты, это где мы оказались? Используй X для сильной атаки. Вот так вот это делается. Так, мне нужно идти наверх, что ли? Бежать нельзя было. Так, используй для особых атак. Воу. Погнали. Ну-ка, иди отсюда, сосунок. Будут еще клан-футовцы на меня бычить. Давай. Колбасим их. Давай ты, господи, бомби. Если бы я еще попадал по ним. Так, это что такое у нас? Можно как-то супер атаку сделать совместную. Давай, бомби. Замечательно. А как это сделать, например, если я нажму сюда, нажму? Воу. Да и все, что ли? Угу, мы на крыше. Эй, это же клан Фуд. Вот и конец. Ну что, хватит с тебя? Я с закрытыми глазами с ними справлюсь. Это Микеланджело кричит. Время комбо. Дело сделано. Так, давай, бомби. Упс. Для кого я делаю эту суператаку, я не понимаю. Дело сделано. Победа. Шикарно. Так, открываем портал и сваливаем отсюда, да? То есть здесь мы просто подрались с кланфутовцами. Здесь это и был босс, да? Армия кланфут. Так, ну что, идем с тобой на третью миссию. Так, а на третьей миссии, видишь, какие-то фигурки. Тут то ли костюм можно найти, то ли еще что-то в этом роде. Да, написано было костюм. Так, пицца с анчоусами снижает ущерб, наносимый противниками, и не позволяет сбрасывать комбо. Учтем. Давай. Куда побежал? Все? Нет. Прости, я не нарочно. Лучше не вставай. Так, по крышам. Конечно же, ребята, по крышам. И разрушай объекты, чтобы найти предмет. Ага, я не знал. Так, а вот эту трубу тоже можно сломать? Нет. У нас есть пицца, у нас есть пицца. Так, я вот сейчас мусорный бачок этот попробую уничтожить. Ух ты. Это что такое, ребят? Круто, я нашел костюм скейтера, а теперь я могу его экипировать. Скейтбордист. Нифига, он круч. Прикольно выглядит Леонардо. Конец игры, друг. Оу, маузеры. Да иди ты отсюда. Так, Майки, тебе помочь?
Солидно. Так, ну самое главное, что костюмчик мы нашли. Уровень пройдет. Причем идеально. Так, ну что, двигаемся дальше. Переходим на следующий портал, друзья мои. Использую силу черепах, когда комбометр достигнет 50. Кстати, здесь тоже будет костюм, друзья мои. Ты видишь, да? Вот тут прям написано костюм. Я, наверное, Леонардо ставлю в этом костюме. Мне довольно нравится. Надо не забывать разрушать вот эти вот всякие объекты. Мусорные бачки, трубы. Так, вот, например, здесь у нас есть два бачка. Оу-оу. Знакомые все люди. Помнишь этих дронов? Сразу что-то мне Черепашки-ниндзя легенды вспоминается. Так, подожди. Ну нифига они тут шинканули. Не сбавляйте обороты. Ниндзя всегда вместе. Так, сюда. Опять на крышу. А вот здесь надо объекты разрушить. Потому что мало ли где костюмчик лежит. А мы его не заметим. Надеюсь, там, откуда они пришли, есть еще? Да, их, по-моему, слишком много. Лежать, я тебе сказал. Ну, ниндзя, за работу. Так, здесь тоже нужно сломать, ребят. Пицца. Ах ты, гаденыш. Ну-ка. О, вот костюм. Смотри. Это для Донателло, да? Фига он себе. Прикинь. У Донателло костюм такой. Буякаша. Так, я переключился. Дай-ка вот Донателло я попробую, ребят. Нифига себе. Самое время сказать буякаша. Ломаем. На тебе. Игра окончена. То есть мы кислоту разливаем с тобой, да? Вот так вот делаем. Так, маузеры прибыли. Нифига себе. Вот конец. Так, ребят, у нас два костюма. У Леонардо и у Донателло. И это круто. Так, мы с тобой отправляемся в следующий портал. И, судя по всему, сейчас будет у нас первый босс. Это будет огромный Маузер. Ну, наверное. Так, смотри внимательно, видишь? Надо глянуть, что у нас тут. Мини-босс, друзья мои. Это будет мини-боссик. Окей. Давай посмотрим. Обведи всех черепашек для командной атаки. В плане обведи. На геймпаде, конечно, хорошо играть, но, ребята, многие функции мне непонятны пока еще. Так, ну-ка. Пицца. Давай, давай, давай. Наваливай.
Замечательно. Гаденыш хотел меня там со спины ударить. Сила ниндзя, друг. Так, опять вы. Так, то, что нужно. Блин, маузеры. Кто стреляет? Кто стреляет? Они стреляют. Кто еще-то может стрелять? Как вот это вот использовать? Не могу понять. Добавим огоньку. Какая пауза? С какого перепуга здесь пауза включается? Она мне не нужна. Я не нажимал. Ой, это кто там? Пиццу нам привезли. Так, пауза. Я хочу посмотреть, ребята. Какая кнопка отвечает за... Все, теперь понял. Две верхние зажимаешь, и они делают вот эту вот суператаку. Давай, давай. Что-то еще бубнят там. Полюбуйся-то не на них. Давай, супер атака. Изи. А как, например, отдельно у... Например, у Майки или у Донателло использовать их суперудар одиночный, который у них есть. Я могу только использовать общий. А, по-моему, вот так, точно, ребята. Все-все-все, вспомнил. Так, ну что, идем наверх. Оу, мини-босс. Никогда в жизни не видел такого огромного маузера. Ребята. Пицца. Давай, 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 давай. Воу, воу, Рафаэль там разошелся, нихера. Нормуль. Так, тихо, тут еще. Он в защиту встает, этот маузер. Ну. Все. Победили, друзья мои. Ах ты, твою ж налево. Не хватило чуть-чуть. Не хватило чуть-чуть для трех, ребята, звездочек. К сожалению. Красный восклицательный знак означает, что противник готовится к яростной атаке. Ага. Так, ну что у нас? Опачки, тут будет костюм. Угу. Погнали. Костюм на кого? В разрушенных предметах можно найти пиццу. Но это мы уже поняли. Так, где это мы? На улице, где еще? Пахнет потрясно. Так, дай-ка я поменяю, лучше Рафаэля возьму. Вот так вот. Иди ты отсюда, пришел он мне тут. А, они... Ну-ка. Рафаэль, давай, давай, давай. Игра окончена. Так, ну что, куда у нас тут? Опять на крышу? Хлебом не корми, дай им по крышам побегать, а? Поехали. Поехали.
Выходим на новый уровень. Кавабанга. О да. Да я уже понял, что каждые 50 ударов нам дают возможность. Ух ты, это что такое? Огненная пицца. А, это пицца халапеньо. Увеличит ущерб от атак черепашек. Так, это что у нас за новый ниндзи? Непоправимая ошибка. Так, вот здесь надо разбить все, ребят. Воу-воу-воу-воу-воу. Скейтбордист. А, мы получили костюм. Понял. Неплохо, парни. Так, теперь и Микеланджело у нас, да? В костюме скейтбордиста. Я, конечно. Так, давай. Есть контакт? О, да. Ага, баки эти мусорные мы с тобой уничтожить не можем. Окей. Опять клан фуд? Так точно. Расколбасик. Как тебе, мои саи? Воу-воу-воу. Потише, родные. Немножко подфризивает игра, ребята. Не знаю, с чем это связано. Но такое дело есть. Блин, ты черный ниндзя. Ну-ка. Давай, давай, давай. Вот так. Справились. Победа. Так, по-моему, опять. Чтоб тебя. Не хватило. Не хватило. А буякаша он там орет. Фух. Открывай костюмы, играя на уровнях поединка. Так, а это что еще тут у нас? А в конце, смотри-ка, у нас какой-то крэнк будет ожидать. Так, Бакстер Мух, а потом крэнк. Подожди-ка, я не понял, я где-то костюм не нашел, ты посмотри, или нашел я? Нет, я нашел, ребят. Костюм здесь найден. А вот это что такое? Ну-ка, давай проверим. Тут у нас тоже мини-босс. Какая-то сфера, что ли, или что-то в этом роде. Нью-Йорк. Улица номер 7. Погнали. Так, я за Рафаэля, да, играю? Нет, сюда. На. По хребтине получи. Ты знаешь, как больно это, да? Все, разобрались. Ох, откуда они взялись? Просто из ниоткуда. Это стиль ниндзя. Готово. Так, погнали, погнали, ребята. Так, защита. Ниндзя должны кушать. Базара нет, кушать не должны. И я только разгреваюсь. Давай бомби, господи.
не даем им расслабиться, понимаешь? Иначе они тут начнут буянить. Так, кто тут у нас? Это что там за хламон вышел? Вот и конец. Поразит 300 противников. Это типа достижение мы получили, да? Затоптали. Чётенько все. Так, тихо, тихо. Давай, без выпендрёжа. Кулаки огня. Чё за кулаки огня? Примени комбо на 200 ударов. Так, а здесь должен быть мини-босс, насколько я помню, да? Опа. Потрясно. Похоже, автономная крынгосфера может открывать собственные порталы. Да? Давай, влупляем. Опа. Блин, сферу бомби. Давай, 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 давай. Есть. Самый легкий мини-босс. На три звезды. Вот это я понимаю. Так, а что у нас там дальше-то будет? Да, по идее, ребят, какой-то будет мини-боссик у нас. А, мини-босс сейчас был. Сейчас посмотрим. Так, здесь костюм. Здесь костюм. И здесь костюм. Потом Бакстер-муха. Так, ну что, друзья мои, давайте тогда мы с вами на этой ноте закончим сегодняшнюю серию. Обязательно продолжим, но уже в следующий раз. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.